Привет, ребята! С вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кидс. И мы сегодня будем открывать такие подарочки. Это мне кума подарила такую игру, а вот это мы купили. Это одежда для нашей малышки. Давайте одежду будем одевать. Мы решили купить ей новое красивое платье. Это не платье. Давай посмотрим, что это за костюмчик. Это шапочка, трусики. Какие маленькие трусики вообще. Это носочки, беретик клевый. И видишь, какой сарафанчик с кофточкой. Раздевай малышку. Ой, он такой классный, мягкий вообще. Я думаю, ей очень подойдет. Он, наверное, будет коротенький. Сейчас померяем. Я даже не знаю, таких маленьких трусиков еще не видела. Может быть, буду помогать тебе? Да? Давай повязочку эту снимем. Вот то, что у нас будет. Шапочка. Трусики первые будешь одевать. Ну давай. Ой, игра завалилась. Все, кофточка готова. Теперь давай сарафанчик оденем ей. Это я просто перекрутилась вот так. Прикольная. Тут надо сарафанчика вот так вот. Расстегнуть надо вот так. Давай мы, может, и так попробуем, чтобы не открывать. Давай помогу. Надо открывать. Ну хорошо. Вот это будет нелегко. И здесь на пуговичках, видишь, по бокам. И бантик. Ой, какая будет нарядная. Классная. И еще и беретик, да. И шапка прикольная. А ну придержи ее, Ярослав, придержи. И шапка прикольная. Да. Как для плавания, типа. С такой шапки и плавают. Раз. И второй. Опа! Красотка какая! И держи, и я помогу билет одеть. Держи и ее. Класс. И шапку класс. И шапку классный. Клевая. Ой! Держи это, крепко, малышка. Это, наверное, на бэби-бонов пойдет. Та, ну, Ярослава, ну это же для девочки берет. Как же для Бобби Борна. А ну давай посмотрим на нее. У меня была девочка Бобби Борн. Какая клевая, смотри. Просто супер. Она как поварешка, да? Тут еще не надо тапки одеть. На всякий случай. Вот это класс. Не тапки, блин. И вот это убери сразу к вещам. Вот это? Платье, да. Давай тапочки тогда оденем. Вот, это у меня тапочки есть. Классно. И пойдет она гулять, да? Вот мой Бэйби Борн. Я его переодела. Одела ему пижамку, вот это вот одела, шапку мое детское, и еще вот эту. Вот. Молодец, справилась. Ну все, малышка готова, красотка вообще. Давай теперь откроем игру, сади ее. Это а у нас музыкальная познавательная игра «Эра динозавров». Боже, это? Ух! Классно! Доставай. Смотри, какие динозавры. Она не включена. Не включена? Так включи. Где у нас кнопка включить? Вот. Выключили. Добро пожаловать в эру динозавров. Динозавры — это огромные животные, жившие
около 200 миллионов лет назад. Время, когда они обитали на Земле, принято делить на три периода – триасовый, юрский, меловой. Нажми любую кнопку. А любую кнопку? Громче сделаем, чтобы нам было хорошо слышно. Так, вот наши динозавры. Теперь мы будем травоядные. Травоядные, да? Да. Нажала. Ну давай, выбирай. За Уралом. Запомнила, кто это? У меня же он здесь. Утконосый динозавр. Это качкозёб. У меня он есть. Где он у тебя? Ну, резиновый. А где он у тебя такой? Я не видела. Вот он. Ну да, смотри, похож. Точно. Ты очень любишь динозавров, мультфильмы про них смотреть. А это кто? Нажимай следующий, да. Кто? Трицелаптор. Самый большой рогатый динозавр. Масса взрослых ящеров доходила до 12 тонн. Вот этот самый большой. Ну, нажми. Нет, видишь? Трицераптор. Ты опять трицераптор? Вот. А давай его глупое зовут. Вот это. Равоядные. Давай. Игра равоядные. Игра покажи. Трицераптор. Где трицераптор? Ты же только что. Правильно. Вот. Покажи. Птеродактиль. Хищники. Хищники? Хищники? Ребята, я выучу динозавров и потом вам покажу. А то мы еще не знаем, кто из них как называется, да? Добро пожаловать в эру динозавров. Всем пока. Это огромные животные. Выключи. До скорой встречи, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал.